А елка у нас не наряжена. Глеб, вставай, елку надо наряжать. Елку? Да. Ну пойдем быстрее, побежали. Вау, сколько игрушек новогодних. Мы что, всех будем наряжать? Да. А ты с твоем? Нет, давай маму еще позовем. Мама! Мама! Что, ребята? Давай наряжать елку, а то скоро Рождество, и нам не принесет Дед Мороз подарки. Так, ну давайте. Я смотрю, игрушек у вас очень много. А гирлянду уже пишем. Да, гирлянды уже блестят. И елка уже стоит. Перейди, прям танцуй перед игрушками. Ты же рад своим игрушкам и елке. Залипательные игрушки. Просто залипательные игрушки. Просто на самом деле. Какую игрушку ты, Глеб, выбираешь? Что это такое? Донат! Донат, куда будем его вешать? Наверх! Такой он прям настоящий, хочется его прям поесть. Мне хочется серебристые яблочки. Давай! Их как раз 3 штучки. Да. Одна тебе, одна мне и одна Глебу. Открыть тебе? Не получается? Ой, вы знаете такое упражнение? Знаешь, Лев, такое, вот такое упражнение? Вот когда ноги наверх поднимают. А я могу вот так смотреть. Иди, Глеб, ты тоже повесь с другой стороны. А я хочу, чтобы она была такая, что я ее поел. Его поел? Прям хочется его так. Да. Кушать. И съесть. И съесть. Все. Прям, чтобы осталась одна вот эта вот деревяшка. Все. Давай, вешай. Буду вешать, знаешь, куда? Куда? Вот сюда. Давай. Вот сюда. Давай, класс. Она чтобы была она настоящая, чтобы ее мы полезли. Полезли. И съели. И съели. Полезли и съели. Ну все, ну давай свою лезучую такую конфетку вешай на елку, чтобы она нам напоминала про сладости. Какая будет сладкая у нас красивая елка. Ой, вот так вот перевернем. Конечно же, эскимо! Я люблю эскимо. Я тоже люблю. Мороженое. Покажи, какая там классная. Посмотри, она прям настоящая. Прям как настоящая. Дайте сюда. Я хочу ее... Чищу зубы. Давай, вешай. О, смотри, то, что под елкой лежит. Вешай ее, что там? Шапки! Ничего себе, ты прям до высоты достаешь. Давай, теперь ты какую-нибудь интересную игрушку вешаешь. Машинку! Что эта машинка везет? Что эта машинка везет? Елку! А какого же она цвета? Красного. А-а-а! Рэка! Вот она. Красивая-красивая. Вот, это кто? Олень. Олень, иди вешай оленя. Вот. Ого. Имбирный. Конфетка. Пряник. Пряник. Так, 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 так. Все, готово. Имбирный пряник висит. Да, вон. Какой красавчик. Да, мой его пряник. Он был, чтобы настоящий, чтобы его обрезали и съели. Все, всех обрезать и съесть. Как золото. Мое пряник. Так, где же повесить? А ты можешь его снизу повесить. Или, например, сбоку. Вот здесь у нас вообще ничего не висит. У нас тут, смотри, еще висит. Ну, одну яблочко несчастное. Вот, красиво тебе. Все, красиво. Так, дальше, Глебушка, давай, выбирай теперь ты. Еще у нас остались вот такие вот игрушки.
Ой, ой, а куда он делся? Он куда делся? Куда он делся? Эй, ты, красавчик, вот он где! Да! Снеговик с шапкой, да. С бубенцом. Груши. Золотые груши. Надежный пряник перевернуть надо, чтобы вылезти. Так, вот он какой красавчик. Давайте повесим паровозика. Хоп, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Хоп, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Надо вот это убрать. Стоп. Все, давай. Давай. Спасибо. Все. Челобунчик мой. Кто такой? Челобунчик мой. Послание. О! Глеб, что там такое? Челобунчик. Да, нет. Донатик в снегу. Ёлочки. А теперь будем делать красивую елку сзади. Давай. Так, сейчас последний штрих. Штрих. Давай на Матильду. Ой, не туда попали. Все, Матильда тоже в снегу. Да. Все, давай еще снежок. Вот здесь сделаем еще елочки. Под елочкой снежок. Класс. Ребята, а что бы вы хотели на Новый год? Напишите письмо Деду Морозу. И по секрету нам в комментариях. Пока-пока! Всем пока-пока!